самый тупой анекдот про Василия Ивановича и Петьку, но от того, что он тупой, он и становится менее прекрасным. Он просто совершенно потрясающим, просто, просто виртуозный. Есть такие математические всякие разные анекдоты. Знаете, занимательная математика. Так вот, Василий Иванович вызывает к себе Анку и говорит: «Анка, в части, в дивизии, жрать нечего. Поэтому вся надежда на тебя. Ты у нас единственная баба, иди и денег заработай». Она говорит: «Как я заработаю? Как, как?» Говорит: «Проституцией». Ну, делать нечего. Анка приоделась, надела там чулочки в эту дырочку, в клеточку, не знаю, сережки большие повесила, лицо намазала. Идет в стан к белякам. И говорит: «Здравствуйте, уважаемый сержант», там стоит на часах. И говорит: «Я проститутка». Он говорит: «Сколько стоит?» Он говорит: «15 рублей». «Не, 15 рублей, это дорого». Он говорит: «Вы попробуйте, может, вам понравится». Он говорит: «Хорошо, значит, я пробую. Если мне нравится, я тебе даю. Если нет, ничего не дам». Она говорит: «Ну, давай, конечно, что нет». Попробовал сержант, так ему понравилось, дал он ей 15 рублей. Дал ей 15 рублей. И, чтобы прогнуться, повел ее к старшине. Старшина тоже попробовал, ему очень понравилось. Дал ей 150 рублей. Чтобы прогнуться, повел ее к полковнику. Полковник тоже с ней переспал. Очень ему понравилось. Дал ей 1500 рублей. И повел ее к генералу. Генерал отведал, так сказать, вот этого пролетарского тела. Ему очень понравилось. Дал ей 15 000 рублей. Вышла Анка на улицу, сосчитала денежки. Получилось у нее 16 665 рублей. И вот она думает: если я все деньги отдам Василию Ивановичу, эта же скотина все деньги пропьет. Вот все пропьет же. Надо что-то заначить. Думает так: я отдам ему 10 тысяч, остальное возьму себе. Приходит в дивизию, сидит Василий Иванович, что-то пишет за столом. Она говорит: Василий Иванович, вот принесла, заработал 10 000 рублей. Он говорит: молодец, Анка. Сколько было мужиков? Она говорит: четверо. Он говорит: так. Если мужиков было четверо, значит, у них было 8 яиц. Правильно? Она говорит: правильно, Василий Иванович. Говорит: так, когда они, говорит, тобой пользовались, у них стояли? Она говорит: ну, конечно, стояли. Говорит: так. Когда они наигрались, у них упали? Она говорит: ну, конечно, упали. Говорит: так. 6666 плюс 9999 получается 16665. Кого ты, Анка, хочешь обмануть, а? Мне его рассказал мент. Я ехал в поезде, он говорит: а знаете? Да я говорю: знаю, знаю. Он говорит: ну вдруг не знаешь. И нарисовал мне. Я бутылку водки дал ему.